Привет, с вами Наоки с канала StarCat. В этом видео я хочу поздравить вас с Новым годом, мои дорогие подписчики. Я вас очень люблю и поздравляю вас с наступающим Новым годом. Искренне хочу вам пожелать, чтобы ваши мечты сбывались. Я вас всех очень-очень еще раз люблю. Желаю вам всего-всего наилучшего в 2016 году. Хочу, чтобы у вас было много пэтов, много стоячек, много подписчиков. И чтобы все ваши мечты сбывались. И чтобы вы в них верили. Конечно, у меня у самой мечты не сбылась, но это без разницы. Этот Новый год у меня начался с самого начала не очень хорошо. Но как он продолжается? Вернее, не Новый год, а ну, то есть день новогодний. И сегодня я вам покажу мои новинки, а также нашу атмосферу дома. Поехали! Это наша елочка. О. Гирлянда. Угу. Вот они. Наша погода. Ну вот, много. Текущее время 17:40. Да, то есть это... Покажу мои новинки. Конечно, это не все еще будут, но покажу вам все равно. От моей лучшей подруги и от моей любимой сестры. Да, начнем от сестры. Вот эти гигантские коробки, которые и служат, короче, фоном, лежала. Такая пачка конфет. Да. Три киндера. В одном попалась кунг-фу панда, которую я безумно люблю кунг-фу панду. Кунг-фу панда! В другом браслет. А в третьем Барби, которую я вам не покажу, потому что не знаю, как ее собирать. Это не все. Там лежала. Вот эта кошечка! Тут лежала эта великолепная кошечка с волосами, второй пэт с волосами. Боже, это твоя третья кошечка с магнитом. Это кошка, я назвала ее Бруклин. Короче, да, это из сериала, как она, Каменный сон. Типа Эмми Блэк, Эмма Блэк. Да, она такая шикарная. Спасибо, сестра, за нее. Боже, я офигела. Теперь от подруги, когда я пошла гулять, встретилась с подругой, соответственно, хлеб. Я подарила ей тоже подарок. Ну, я ей скажу, какой, поэтому, да. Покажу, что она мне подарила. Она мне подарила... Татуньявку! Она знала, что я хочу эту породу собаки, подарила мне ее. Боже, так мило. В прошлый раз я брала ее просто поснимать. А сейчас она мне ее подарила, божечки. Еще она мне подарила вот такую мышку от LPS, она оригинальная. Вот эта плюшевая мышка, боже, спасибо тебе, хлеб, я тебе благодарна просто. О, боже. В общем, ребят, это просто какой-то пипец. Я так безумно рада. Вот все мои подарки под елкой. Вот. Эти подарки. Угу. И вот новый подарок, который мне подарил Дед Мороз. Такой гигантский подарок с обезьяной. Еще мне подарила подруга мамина вот такой вот, ой, мишку или мышку. Это не, нет, это, по-моему, собака с шарфом. Ай, перемирия. Соло от Ангелины. Та-т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 а. А я хочу перемирия. И вот такая обезьяна. И скоро папа мне еще привезет сладкий подарок с работы, да. Ребят, я вас всех безумно люблю. Я поздравляю вас с Новым годом. Ребят, не отчаивайтесь, пожалуйста. Я вас всех обожаю. Ребят, поздравляю еще раз вас с Новым годом. Я буду еще снимать новогодние видосы, то есть, как я пускаю салют, какие-то вот, да. Всем пока, ребят. Пожалуйста, не отчаивайтесь. Я вас всех обожаю. Счастливого Нового года!